В Рио-де-Жанейро ко дню памяти жертв Холокоста состоялось открытие музея, посвященного жизни в нацистских концентрационных лагерях и гетто. Посетителям предлагают представить себя на месте тех, кто оказался в центрах массового заключения и убийств. Мы прекрасно знаем, что основными жертвами во время нацизма были евреи. Но на нашей выставке мы также рассказываем истории цыган, чернокожих, людей с ограниченными возможностями, геев, представителей политической оппозиции по разным вопросам. Основная экспозиция выстроена вокруг истории конкретных людей до и во время заключения в концлагере. Отдельно представлен дальнейший путь узников, которым удалось выжить, их размышления о ценности жизни, тяжелые воспоминания о прошлом. У тебя не было имени, у тебя был только номер. Ты не существовал. Когда они вызывали меня по громкой связи, они называли мой номер. Ты не существовал для них как человек с именем. Главный посыл экспозиции, по словам кураторов, такой. Не думай, что это тебя не касается. В руководстве музея отмечают, что это третий в Бразилии крупный мемориальный комплекс, который посвящен Холокосту, построенный за полтора десятилетия.